Всем привет, народ! С вами Айнур. Вы на канале Айнур Лайв. На этом видео буду показывать, рассказывать про Юпмэни. Заработок без вложений. Я отсюда выводил 2-3 раза. Вот. Вывод сделал на Payeer кошелек. Итак, поэтому я решил еще записать видео для вас, друзья, мои подписчики, мои зрители. Чего начнем? Заработки, конечно, начнем, друзья. Вот вкладка заработок. Я открыл. Тут есть 4 варианта. Я вам покажу вот 2-3 варианта на сегодняшнем видео. Первое видео — автосейвинг. Вот первый. Просто кликайте и сам по себе автосервик считает заработок, и вам прибыль приходит. Вот она внизу, смотрите, вот автозапуск, автосервик написано. Просто кликаем, и все эти 52 автосервиков автоматически будет выполняться. Это первый заработок. А второй заработок — кликаем на второй автосерфинг. Сначала я вас познакомлю. Вот второй автозарвок. Сегодня нет рек. Один написано. Зайдем. Вот открылось. И тут тоже заработок. Вот эти все надо кликать и ожидать секундомеры. Простите. Просто после бани решил вам записать видео. Давайте покажу начальный автосервик. Кликаем автосервик. Тут, как видите, с правой стороны секундомер. Как вам? Ну, этот майнинг, короче, вот. Доход от рейтинга написано, друзья. Тоже считает, тоже этот же монеты вот сюда приходит на баланс. Я его каждый день захожу, собираю. Вот сегодня тоже сейчас вам покажу, как собирать. Вот смотрите, кнопка тут. Вот эту кнопку кликайте. И собор доход плюс 79 рублей. То есть копейки. Вот со звуком пришло. Дальше нажимаю автосервик. Открывается новая вкладка. Сюда переходим заново. И автосервик начинается считать секунды. Все, друзья. Ждем окончания секундомера. Пока секундомер считает, попью чай. Очень вкусный чай. Простой автоматический серфинг, друзья. Просто кликаем и ждем. Автосерфинг не просто написано, а действительно автоматический серфинг. Просто кликаем и ждем, когда закончится серфинг. Давайте, друзья, подождем. Вот видите, сами считает, сам по себе считает. Уже 48 осталось. Вот, чтобы вас не ждать сидеть уставшими, я сейчас переключусь на другой. Сейчас закончится. 1, 2, все. Переключаюсь на другой. Эту закрываем. Не закрывать вкладку посмотра. Ладно, понятно. Так, вот серфинг 1. Заходим. И тут тоже заработок. И тут уже идет к этим. К рейтингу идет. Вот рейтинг с левой стороны, как видите, мой рейтинг написано. Вот она, друзья. Вот сюда. Вы посмотрите. 46 у меня рейтинг. Рейтинг зависит дохода. Чем больше рейтинг, тем больше доход в день приходит. У меня рейтинг 46.
И доход у меня 46 копеек. Чем больше рейтинга, тем больше дохода. Давайте кликнем. Открывается новая вкладка. И ждем. Вот появился 30 секунд. Секундомер с левой стороны. Ждем окончания секундомера. Пока секундомер тикает, можно чайку попить. Такие рекламы выходят, тоже заработок. Люди рекламируют своих заработок в интернете. И эти вот заработки они платят за рекламу. Вот эту рекламу я смотрю и, как говорит, зарабатываю. Капчу угадываем и на баланс 0.48. Рейтинг падает. Еще раз показываю. Секундомер вышел. С левой стороны, как видите. 30 секунд написано. Ждем 30 секунд. И смотрите, вот какая реклама. Тут один человек рекламирует. Вот. Это другой. Реклама, жители заработка. Ожидаем секундомера. Пока ожидаем, можно смотреть, что он рекламирует. Тоже какой-то заработок в интернете. Заканчивается секундомер. И появляется капча. Угадываем капчу. И нам 0.4 рейтинга падает. Вот сюда падает. У меня вот 46 написано было. Сейчас обновлю, покажу. Сейчас обновится. Вот она, друзья. Обновилась. 46.18 стал. Вот такими простыми движениями, мышкой, я зарабатываю Yup Money. Но это копейки, конечно, друзья. Вот как вы видите, мой экран, они копейки, но зато денежки. Я отсюда выводил 2 раза, а 3 раза вроде уж. Один раз за 100 рублей закинул, другой 50 рублей. Тоже как-то надо сюда заходить утром, друзья. Утром встаю, сюда захожу и вот таким образом открываю. И смотрю, автоматически открывается и закрывается. Что-то здесь долго, да? Это. Давайте это закроем тогда. Это закрою. Следующий открою. Ну вы как поняли, наверное, да? Как работает серфинг. Много объяснять не надо, наверное. Вот один человек тоже. Урайюлайш какой-то свой соцсеть рекламирует. Подписаться, не подписаться. Телеграм-бот платит без вложений, тоже реклама. На-на-на-на. На Payeer кошелек вывод вот пишет от 1 рубля. Такие рекламы влазят. Вот, 3 секунды. 2, 1, все. Капча вылазит, угадываю капчу, и монета падает вот сюда, на рейтинг. Это понятно, да? Серфинг. Следующий серфинг. Тут не выходит. Дальше. А, это уже заработок другой. Здесь нету. Понятное дело. И четвертый. Там уже этот про рейтинг тоже копейки идут. Тоже зарабатывается. Вот она вышла. Долго выходит. Интернет слабый, друзья. Конечно, извините за такой интернет слабоватый. Через телефон, мадам. Тут тоже заработок. Вот, рейтинг 0.1 упадет, если посмотрю.
Давайте для интереса открою. И чтобы вы посмотрели, как работает, и мне копеечку. Если получится, если откроется. Нет, не хочет открываться. Угу. Открылась. Чуть-чуть открылась. Ну давай. Секундомер, выходи. Вот тут она должна быть выйти сейчас. Да, интернет. Интернет слабый. Интернет. Нет, не вышло. Ну ладно. Вот так открывается, и здесь ползунок уходит зеленый, друзья. Ладно. Дальше, друзья. Биржа. Про биржу расскажу. Я в прошлом видео тоже рассказывал про биржу. Что такое биржа? Сейчас откроется. Так, где она? Вот купить. Вот, друзья. Вот тут реальные люди вот, продают свои вот эти. А где она? Ну ладно, отсюда пока. Вот рейтинг. Рейтинги продают. Вот такие рейтинги продают. На чем больше рейтинг вы покупаете, тем больше заработок у вас. Чтобы здесь на серфинге не сидеть каждый день, просто рейтинг покупаете, баланс повышается, и ваш майнинг больше зарабатывается. Это понятно, да? Продавать заходим. Если вам не нравится, что вы купили, что вы наняли человека на работу, что вам, чтобы приносил вам доход. Если он не работает, если он не автостервик, не рекламирует, не, короче, движение не делает, то продаете. Берете продавать и продаете. Вот, например, я вот сейчас продать нажму. Вот. Открывается окошко. И тут написано, цена за один рейтинг 69 центов, то есть копейки. Доступно 405 702 рейтинга. Нифига у него рейтинг. Вот. Получаю столько-то. Если у меня столько-то было, 405 тысяч рейтингов, я получил бы на баланс 279 934 рубля. Я бы получил. Если у меня рейтинг был. А у меня рейтинг 46. 40. А, 48 было. 48 рейтингов. Я получу на баланс 33 рубля. И смогу вывести эти деньги. И этого человека уволить. Как говорится. Потому что я здесь, я начальник у себя. А у меня 46, оказывается, рейтинг. Рейтинг 46 был. Вот, понятно это, друзья? Как нанять людей на работу, как их увольнять. Здесь реклама. Наверное, не ошибетесь. Разместить свою рекламу. Если у вас в балансе есть деньги, размещайте и вперед. То же самое. Смотрит вашу рекламу и зарабатывает другие. Вот, мой автосервинг, серфинг, мои задания. Вот такой YouPmany сайт. И тут еще есть вот серфинг, задания, бонусы, автосервинг. Тоже здесь серфинг есть. Тут везде серфинги, друзья. Если у вас появился вопрос, что повсюду серфинг, это сайт для серфинга, друзья. И заработок, и рекламировать. Вот тут задания тоже есть. Задание тут выполняется тоже. Подписка там Telegram и регистрация. Все выполняется. И вам приходит копеечку. Вот она. Наконец-то открылась. Вот. Запусти бот. Очень хороший доход, например. Добавьте спонсоров и начинайте. Подписка на два канала и запустит бота. Подпишитесь на все каналы. И вам попадет 60 копеек. Супер доход, монета, выполняет супер майнинг. Перейдите в Telegram бот, например, давайте.
Перейти в Telegram-бот. Переходим. Для... Что я вам покажу? Для примера покажу. Пока открывается, чай попью. Сразу извиняюсь, что у меня за то, что у меня нет настроения. Не как раньше, друзья мои. Такой вялый видео получается. Вот, Telegram открылся. Сейчас еще этот бот откроется. Подпишусь, покажу, как подписаться и отправить свою никнейм, чтобы заказчик увидел и заплатил. Ты выберите, кому хотела. Блин, что такое? Зарегистрируйтесь. А, тут регистрация просит. Не только перейти, бота, зарегистрируйтесь. Нет, регистрации я не буду. В общем, тут я думал подписаться. Если было подписаться, можно было подписаться и все. И проблем нету. Ну ладно. Примерно поняли, да, друзья? Ищите подписаться. Ай. Куда? Уже не отвечает вот браузер. Нечаянно нажал. Ага, все. Открылось. Закроем это тоже. Так, бот платит. 2,5 за рефералов. Вот. Разные есть тут задания. Я не всех, не все выполняю, потому что некоторые такие сложные. Новый проект от Паши Дурова. Залетаем в фарминг. Скоро листик не пропускаем. Скоро листик. Это таплки, короче, друзья. Ну, вы поняли. Увидели, как работает. Все. Если поняли, кликните. Лайк поставьте, друзья. Если вы поняли. Ну, все, друзья. Вот я вам показал заработок. Несколько вариантов. Теперь, кому понравился, вот, заходите, регистрируйтесь и начните зарабатывать. И все заработок можно выводить на Payeer кошелек. Всем пока, всем до свидания. Жду ваших лайков.